Они на дежурстве 24 часа в сутки, борясь за жизнь каждого пациента. Речь идет о медсестрах, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Октавиан Лишан учится на третьем курсе Университета медицины и фармацевтики имени Николая Тестемицано. Параллельно с учебой молодой человек работает медбратом в третьем отделении гнойной хирургии столичного института скорой медицинской помощи. В свой профессиональный праздник Октавиан был на работе. Октавиан говорит, что не просто совмещать учебу и работу, тем более, когда профессиональный долг обязывает проводить на рабочем месте 24 часа в сутки. На 10 фарти прикричал диалоград. Și deja după o gardă merge acasă, cred că și dorme. 10 ori. Adică ziua deja nu mai recuperează. Несмотря на сложности, молодой человек говорит, что успевает все. Это потому, что он очень любит выбранную профессию, тем более, что коллектив у Октавиана добрый, дружелюбный и ответственный. Să fii asistent medical înseamnă să fii în slujba pacientului, să-l ajuți, trebuie să inspiri încrederea, să-l faci să înțeleagă că toate lucrurile pe care le întreprinzi sunt spre beneficiul lor. Молодой человек рассказал, что ему было не страшно работать в пандемию. Наоборот, экстренная ситуация позволила на месте узнать много нового и полезного. Самая большая провокация была, когда мы активизировали секцию для реанимации. Пациенты стали очень грубы, интубации. Нина Буруян – старшая медсестра в отделении гинекологии Института скорой медицинской помощи. Женщина работает здесь вот уже 35 лет. Я осталась 7 веки в секции, тут суплекат. По словам Нины Бруян, очень важно не только оказывать пациентам медицинскую помощь, но и подходить с душой к каждому из них, уметь их выслушать, понять, что их беспокоит. Браво! И вроде мультимес фортиму за тот коллектив, что ассистенты медикали, что мультимес фрумос. Нина Буруян рассказала нашей съемочной группе, что на работе она проводит больше времени, чем дома. Женщине повезло, у нее очень понимающая семья, которая поддерживает Нину в работе. Чем ты сар интемплации, акаса, сау, ту айч требуется вин, пациенты аштеапта делатине бунатате, с ворбешть ку ей. Пандемия коронавируса застала всех врасплох, не стала исключением и героиня нашего сюжета. По ее словам, работать приходилось в экстремальных условиях. Ситуация осложнялась стрессом и страхом перед неизведанной болезнью. Самым страшным для Нины Буруяну стало отсутствие привычных, прямых разговоров с пациентами. Трам, что пациенты сперятся, где костумация становится, где океляри, где визиери, ну путяй привиря, директа с коммуничку пациенту. На сегодняшний день в столичном институте скорой медицинской помощи работают 360 медсестер. Светлана Турку, Дмитрий Паршуков, Акчен ТВ.